При создании семьи квартирный вопрос встает наиболее остро. Приобрести квартиру, сделать ремонт, да еще и оставить средства на жизнь. С этой проблемой, пожалуй, сталкивается большинство. Один из вариантов решения – участие в госпрограмме обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. Стали мы в 2017 году, вот после рождения дочки. 17-го года стоим в очереди. Эмоции у нас превосходят все эмоции. Мы просто не ожидали, что нам позвонят, скажут, что мы что-то получим. Я даже не знаю, как сказать. Благодаря действию программы с 2006 года сертификаты на улучшение жилищных условий получили 513 молодых семей из Ульяновской области. В этот раз сертификаты вручили 17 семьям. Счастливчики уже знают, куда потратят деньги. Мы проживаем в Заволжском районе, в новом городе. Не так давно взяли трехкомнатную квартиру в ипотеку, детей двое. Вставали мы в очередь, у нас еще была маленькая одна дочка. Вот. Теперь нас много, есть собака, кошка, мы счастливы и, наконец-то, мы погасим, если это ипотека. Социальную выплату можно использовать для погашения ипотеки, строительства или покупки жилья. Участниками могут стать семьи, где возраст каждого супруга не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. И вот в этом году мы запланировали выплату 26 семей, и надеюсь, что этот план этого года мы выполним, и он будет реализован. И хоть маленькая доля муниципалитета в участии в этой программе софинансирования мы тоже оказываем. Основной, конечно, вклад – это федеральная программа и, соответственно, поддержка Министерства молодежной политики Ульяновской области. На данный момент на очереди по программе находится 74 семьи из Ульяновска. Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру и ускорить реализацию программы, а для этого увеличить ее финансирование. Анна Тищенко, Управда, ТВ.